Ой, тут Миша Дымшиц. Такой смешной. Такую лекцию про рестораны закатал. Прям вообще. Ну, там про то, что ходить будут местные, что стулья удобные нужны. И чтобы официантами были такие славные мальчики. И каждый раз одни и те же. Я ему коммент там оставила. Мол, Миша, это же самое главное, чтобы в туалете было зеркало. И обязательно в пол, иначе фоточки плохо получатся.